14 лет. Бегу из родительского дома из Бразилии. В 20-м 20. Пулеметчик первый конный. Бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин. Проживший жизнь достойно, трижды славен герой, посвятивший свою жизнь служению Отечеству. Слава нашим ветеранам и благодарность от всех поколений. Тобой за мир красивый, дети, твой рай.
Пресвитера Александрова «Священная война» на площадь тысячелетия выносится государственный флаг Российской Федерации, государственный флаг Республики Татарстан и легендарное Знамя Победы. Знаменная группа военнослужащих роты почетного караула Казанского высшего танкового командного краснознаменного. Года назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант мой флаг над поверженным Рейхстагом. С тех пор этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передается из рук Парадта Патташышылар, ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре, Казан гарнизоны хәрбиләре, татарстанлылар һәм республика кунаклары. Сезне чын күңелдән Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән тәбриклим. 9 май барыбыз өчен дә бик кадерле һәм күңелгә якын бәйрәм. Әлегі кем ватаныбыз азатлығын яулап алған, елімізді соғыштан сұмыстырғызған данлықлы бұғын білен бәйлі. Бейік жүмінің негізі ғырур қалқыбызның батырлығы, басырлар бойы шыныққан күшлі рухы, ватанға қам қалыққа қарата иқлас мәхәбәті ята. Уважаемые участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Татарстана. От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы. Прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. 9 мая всегда был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа и народной гордости, день скорби и вечной памяти. Великая победа досталась нам ценой невосполнимых потерь, десятки миллионов погибших, тысячи сожженных городов и сел, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры. Мы никогда не забудем, что свободу и долгожданный мир отвоевали наши предки, капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети. Люди разных национальностей и профессий. Они горели в танках и самолетах, замерзали в окопах, тонули на переправах, без сна и отдыха трудились на заводах и госпиталях, поддерживали боевой дух на концертных площадках. Понимая, что каждый день может быть последним, они все равно шли в бой, прикрывая собой фронтовых друзей. Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны и кого уже нет с нами. Толда кеннетингай ялгат шлявшили кандар хамбаллар батырлығы шулай бір қашанда натолырға тиюшті көр. Аларның барсы да суғаш қахармандары. Не скрывая гордости и слез, мы благодарим вас, дорогие ветераны и труженики тыла, мы сделаем все, чтобы вам не было стыдно за нас, новое поколение.
Наш народ никогда не забудет и не простит нацистам и их идеологическим наследникам многочисленных преступлений, ужасов геноцида, оккупации, голода и блокады. Сегодня наследники Великой Победы, солдаты и командиры российской армии продолжают защищать рубежи нашей страны, эффективнее противостоят агрессии и международному терроризму. Наш мир и спокойствие в надежных руках. Қадірлі бейік ватан соғышы геройлары, қам тыл қызметшілері, сіздің батырлық алдында баш иеміз, ең ұлы рахматымызды жеткіреміз. Барыңызға нық сәлеметлік, емен тұрмыш тілеймін. Күндеріміз аяз қан тыныш, күндеріміз емен болсын. Бейік жұмыр бейрамы біле, с праздником, с днем Великой Победы. Ура! Товарищ генерал-майор, войска Казанского гарнизона на парад во знаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом полковник Сухих. Давайте туда, ребят. Туда, двигайтесь, тираны. Уважаемые товарищи ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, от имени воинов Казанского гарнизона сердечно приветствую и поздравляю вас с праздником Великой Победы! Ура! Торжественное прохождение воспитанники Казанского Суворовского военного училища. Дирижер народный артист Республики Татарстан майор Владимир Ионов. Мимо тревог проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы, флагом Республики Татарстан и штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Наши военные доверили нанести курсанту Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища Чистякову Александру. Служащие Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища в форме военных лет в составе парадного расчета курсант Бохтин, внук отважного бойца Глебова Николая Кондратьевича, кавалера орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны второй степени, в составе парадного расчета танкистов прапорщик Сосновский
ради которого Михаил Георгиевич Плетовских, полный кавалер ордена славы, участник Советско-Финской, Великой Отечественной и Советской Японской войны. Парадный расчет Казанского Суворовского военного училища. Гордое слово «Суворовец» впервые в Казани прозвучало в 1944 году. Героя Советского Союза и России. 54 выпускника достигли воинского звания генерал, 11 академиков. Печатая шаг, на площадь выходят парадные расчеты офицеров и курсантов Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Во главе боевой знамя училища, который несет курсант, пугает Роман Денисович. За выдающиеся боевые заслуги перед Родиной и подготовку командных кадров казанского войска вот законные права граждан, защищая мирную и созидательную жизнь. Парадный расчет отдельного отряда специального назначения Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащие участвуют в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований. За проявленное мужество и героизм более 60 спецназовцев награждены государственными наградами. Торжественным маршем проходит сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Татарстан. Наравне с мужчинами службу несут женщины. Офицеры уголовно-исполнительной системы вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка республики. Парадным строем идут сотрудники Главного управления МЧС, военнослужащие спасательных воинских формирований. В торжественном прохождении принимают участие должностные лица Казахстанской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы. Сводные роты курсантов факультета военного обучения Казанского национального исследовательского технологического университета имени Кирова, который более 85 лет готовит офицеров запаса для вооруженных сил Российской Федерации. На марше сводная рота парадного расчета Казанского национального исследовательского технического университета имени Духова, военная кафедра которого является одной из старейших в России. На линии прохождения студентки Казанского государственного медицинского университета. В годы Великой Отечественной войны из всех университета ушли на фронт свыше 2000 врачей. Стройными рядами проходят представители Гвардейского движения Республики Татарстан, которые успешно осваивают программу патриотической подготовки. Учащиеся в гимназии номер 94 Московского района города Казани. Парадный расчет учеников Раильского специализированного профессионального училища. Руководитель гвардейского движения Республики Татарстан генерал-майор Бородин Александр Ильич.
награждении принимает участие кадетский корпус школы номер 67. На базе школы в военно-патриотическом клубе под руководством Союза десантников Республики Татарстан растет достойная смена будущих защитников Родины. На площади участники боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтах. В составе парадного расчета военный летчик, подполковник Ибрагимов Тимур Яхняев, награжденный орденом Красной Звезды. В этом году ему исполнился 71 год. Четким строевым шагом идет рота почетного караула Казанского выстрела танкового командного краснознаменного училища. Возглавляет парад расчет командир роты старший лейтенант Степанов, оба прадеда которого сражались и пропали без вести на полях Великой Отечественной войны. Отечественной войны, так и современной. Проходит колонна современных БТР-82А и БТР-80, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Боевые машины являются простым, тяжелым и быстрым средством доставки десанта, способные нанести огонь при необходимости. На площадь выходит легендарный танк Т-34, который носили герои Советского Союза генерал-майора Ивана Корякова. Команда всего танка училища 22 танка противника. Мимо трибун проходят легендарные «Катюши», наводившие ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. 152-я гаубица образца 1943 года Т-1 использовалась для прорыва заранее хорошо укрепленных оборонительных полос и районов противника. 45-миллиметровая пушка использовалась для уничтожения бронированных целей и легких танков противника в качестве легкого штурмового орудия как в полевых, так и в городских условиях. Мимо трибун проходят советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощенным открытым кузовом ГАЗ-67. Автор ретро-клуба 21. Колонну возглавляет главный автомобиль военного времени, легендарная «Полуторка». Именно на этот автомобиль
легла основная нагрузка во время Великой Отечественной войны. Автомобиль «Виллис» еще при жизни стал настоящей классикой и пользовался популярностью Красной Армии. Один из самых популярных армейских автомобилей Великой Отечественной – ГАЗ-67. Красивый лимузин довоенного периода ГАЗ-М1 «М-ка», ставший символом социализма. В колонии исторической техники идет величественный ЗИС-110 – легковой автомобиль высшего представительского класса. ЗИС-110 выпускался заводом имени Сталина для высшего руководства страны. Первые послевоенные автомобили «Победа» автомобили «СИМ» использовались как служебные автомобили. Вершиной советской автомобильной промышленности считается 21-я «Волга», ставшая любимым автомобилем миллионов советских людей. У нас в стране 21-я «Волга» стала символом эпохи экономических перемен. Перед вами самый востребованный внедорожник послевоенного времени ГАЗ-69. У этой машины фантастическая проходимость и неприхотливость, простота и надежность. Пожарная автоцистерна АЦ-20 на шасси ГАЗ-51. Колонну замыкает главный автомобиль республиканской общественной организации автора «Ретро-клуб 21», сплотил в своих рядах любителей автомотостарины в Татарстане. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».